Лично мне профессия не сильно понравилась, да, так как это был небольшой эксперимент лично в моей жизни. Вот, и я еще не совсем понял, чего я хочу. Всем Geek Rogers, поехали! Я электромонтер третьего разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Я работаю на этой должности приблизительно 3 месяца. Я представлял свою профессию тем, что буду лазить, например, на вышки, опоры, либо копаться в каких-нибудь проводках и щитках. То есть в основном копаться в проводах, либо в электронике. Работа электрика такая, что ты сидишь в помещении и ждешь, когда прибудет какой-нибудь заказ. То есть сломается аппаратура, там что-нибудь произойдет, какая-нибудь авария, и надо на вызов, то есть вам принимается вызов, и вы должны прийти на вызов и что-нибудь там сделать. Речь у меня на работе, толком ничего никогда не происходит. Ну, грубо говоря, в моей работе мне нравится, что там можно заниматься всякими интересными, так сказать, вещами. К примеру, копаться в электронике, то есть это интересно. Ты смотришь на вещь какую-нибудь, и там поначалу ничего не понятно. И ты такой сидишь и думаешь, как бы вот это сделать, что вот если подключить это к этому, как будет получится, если сделать вот так вот. И это затягивает, это довольно-таки интересный процесс. Лично мне не нравится в моей работе, первое, это низкая зарплата, в связи с тем, что, ну, грубо говоря, платят примерно где-то 350 рублей белорусских. Также еще мне не нравится в моей работе некое однообразие. В связи с тем, что просто сидишь на жопе ровно, пока не будет какой-либо вызов. Яркие моменты на работе? Да, бывали. Но это уже совсем другая история. Был момент, как мне нужно было подключить кое-какую аппаратуру, и, ну, я занимаюсь всеми своими делами, там, подставляю FST, грубо говоря, не скажу, как это расшифровывается, сам не знаю. И нужно было подключить провода к этой FST. В итоге подключаю провода, и мне кое-какие провода мешали, и я их отодвинул в сторону. Но какого-то черта, другой щит, похоже, был под напряжением или без заземления, я не совсем понял. И когда я отодвинул провод в другую сторону, произошло небольшое замыкание, и паровозик сделал пум. В итоге очень хорошо коротнул там, и произошел небольшой взрыв, скажем так. Я славно перепугался, отлетел назад автоматически, ощупал себя, смотрю, жив, цел, орел, хорошо. И смотрю в итоге на щитке, черное такое пятно, перегоревшее. И, ну, короче говоря, я такой, думал, у меня конец, скажем так. Хорошо зарплата слетит, ну, все обошлось. Тем, кто хотят стать электриком, посоветую самообучаться. То есть не обучение в колледже, лично вот, которое у меня было, оно, если честно, было такое себе. Либо я был, конечно, плохим учеником, либо уже колледж был плохой, но нужна сама мотивация сильная. Потому что быть электриком — это не такая уж и простая работа. Нужно знать очень много всяких деталей и всяких остальных вещей, скажем так.